Только вылез бегемот, ты представляешь, ждали, ждали. В прошлый раз мы его на земле сняли, сейчас в воде. Сынок, ты помнишь, как мы тебя учили говорить слово гипопотам? Да. А сынок говорил, я говорю, ги, 3 года тебе было. Ты говоришь ги, я говорю па, ты говоришь па. Я говорю па, ты говоришь ма. Пришлось учить слово бегемот. Да, гипопотам, лошади. И лошади, они же тоже гипопа. Какая ж ты красавица, елки-моталки. Огромная. Да не, они, по-моему, от бегемотов погибают больше, чем от крокодилов там в Африке. И от всех остальных. Да, они же еще быстро бегают. Ух ты, я думал, у него птичка, а это его ухо. Он ухом мотыльнул. Да, ну сейчас, кстати, предупредил экскурсовод, что они имеют привычку хвостами мотылять и разбрасывать свои фекалки на 10-метровом, в 10-метровом, в радиусе 10 метров. Ну ладно, не знаю, если что-то еще нам покажет, на обратном пути снимем. 5 сентября 2021 год, Харьков. Пошли.